Малыш, ну пойми, мальчишник – это традиция. Традиция? Я считаю, что мальчишник – это повод пойти налево. Сумочку можно? Там еще ключи от машины. Все, 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 убегаю, все! Ну вот приехал я поздно ночью по работе в город Сочи. Песок горячий, очень-очень, и ты одна. Между прочим, ты улыбнулась, сошел с ума. Лестница поднимался. Лифт не работает. Да. Нет. Прости меня, родная, я нечаянно.
1-1. Так. Дорогие друзья, в этот прекрасный, замечательный и знаменательный для нашей страны момент я хочу вас поздравить. Пожелать вам здоровья, любви, благополучия, много денег и детей. И самое главное, чтобы у вас была крепкая, слаженная семья, как семья моей дочери и моего зятя. Вот. Вот так, да? Это... Она разрешила! Это не я! Доченька, ты недолго будешь ждать, 1 секунд. Сюда иди! Догони! Иди сюда, на, пой! Сюда иди! Ребята, давайте... Не будем обращать внимание, продолжим нашу свадьбу, поехали! По жизни голосуем, не надо. Жить не золотое, это свадьба. Прощай тебе, папа, сегодня сало. Ты ему жена, родняга. По жизни голосуем, не надо. Жить не золотое, это свадьба. Прощай тебе, папа, сегодня сало. Ты ему жена.